Кстати, моя девочка. Ты моя девочка пришла. Ну, что ты там нашла, рассказывай. Что ты там нашла? Все, уходи. Приветствую вас, уважаемые подписчики. Хочу вам историю рассказать, которая заставила меня более серьезно относиться к фонарикам. Один раз как-то очень давно произошел такой случай. Мы с друзьями полетели на вертолете на рыбалку. На рыбалку полетели на Тайменя осенью, в октябре месяце. Вот. Ну и рыбачили там, охотились. Ну, я в основном как бы рыбалкой был увлечен. Вот. Ну и товарищ говорит, Серега, говорит, скоро, говорит, домой уже надо улетать. Давай, говорит, лося добудем. Я говорю, ну ладно, хорошо, говорю, вечером, говорю, поедем. Я говорю, там видел, быки такуют. Ну, во время гона. Ревут. Я говорю, давай вечером соберемся, говорю, сгоняем. Попробуем добыть. Ну и все, сказано, сделано. Значит, мы вечером приготовили лодку, взяли ружье, у нас было одно товарища, я даже ружье с собой не брал. Ну и мы, значит, отправились как бы на рыбалку, покидали спинги, что-то сильно не клевало. Ну и где я до этого замечал ревущих быков, в общем, в то место подчалили, и тихонько нас по реке несет по течению. Лодка резиновая, мотор пятнашка на корме. Я за мотором сижу. Товарищ сидит в лодке на лавочке. Вот, слышим, уже так хорошо стемнело. Слышим, значит, ревет бык. А до этого я зашел просто перед полетом в магазин. Купил обычный в хозяйственном магазине, какие были там, три фонаря, два ламповых, один диодный, вот этот, как оказалось. Они тогда только начали диодные появляться в поле зрения. Купил, значит, этот диодный фонарь. Вот. И те ламповые сразу отказались в тайге работать. Что-то там с ними, не знаю, уже не помню. Диодный, он то загорится, то погаснет. Сперва вроде исправно работал, потом перестал. И, короче, проблем там с ними. То батарейки, то контакт отходили, еще что-то там, вот такая вот ерунда была с ним. Но деваться было некуда, мы в тайге, то есть ближайшие там чуть ли не 1000 километров, там нигде мы этот фонарь не купим, нигде его не взять. И вот мы, значит, подъезжаем, подплываем на лодке к этому быку. Полная темнота, на улице мороз, наверное, минус 5, такой заморозок сильный, представляете, холодно, листва уже опала. Мы ничего не видим, ночь темная, кромешная, то есть вокруг вообще, ничего, только звезды видны. Звезды и вот пар со рта. И представляете, я товарищу говорю, сейчас нас, говорю, лодкой по течению поднесет, говорю, к быку. Я говорю, как только он близко с ним окажется, я, говорю, включу фонарь, потому что его надо трясти, чтобы он заработал. Я говорю, лови момент и, говорю, стреляй. Понял? Он говорит, все, понял, хорошо. И все, и мы, значит, подплываем на лодке, а там речка делает такой поворот, и бык стоит на яру. Бык стоит на яру, и мы, значит, плывем. Я ему говорю, готов? Он говорит, готов. Я уже чувствую, но где-то вот рядышком он, то есть вот остается. Представляете, я включаю этот фонарь диодный и наблюдаю такую картину. То есть мы в лодке, лодка в речке, ну, по реке плывем. Течение медленное, правда, не сильно в том месте было.
там поворот реки был и такая ямка как бы. И вот на Яру стоит бык здоровенный, там такие рожища у него, ну очень большой бык. Он стоит на Яру, и мы внизу, от этого нам кажется еще больше, еще страшнее. Он стоит, короче, мочится под себя, вот эта моча вся испаряется, клубы вот этого пара. В общем, картину мне напомнила из «Властелина колец». Мы так перетрухали, я вообще, честно, очканул, не по-детски. И как выяснилось позже, то есть мы слишком близко к нему подплыли. То есть я думал, что расстояние метров 10-15, а по факту оказалось расстояние, ну, может, метра 4-5. Товарищ испугался, а он, бык стоит вот так вот, пар с ноздрей идет, он вот так стоит копытами под собой, вот так вот лунку эту долбит. У него этот пар, и голова вот так наклонена, и прямо к нам, представляете, вот этими лопатами, рожищами, стоит вот так вот, машет, все парит вокругом, страшно. Вот этот зеленый цвет этого, диод был там какой-то дешевый на этом фонарике. И этот фонарь то загорится, то потухнет. Я ему кричу: бей! Бей быстрее, пока он к нам в лодку не запрыгнул. Ну, товарищ, раздается дуплет, и вот эта махина там, я не знаю, он, мне он показался с полтонны весом. Вот эта махина качающая стоит такая резко, так на бок, так фух, заваливается и ногами кверху. И начинает ногами дергать, махать, все это в пару. В общем, картина была зрелищная. У меня аж ноги затряслись. Она. Слушайте дальше, что происходит. Буквально там я ему говорю: товарищ, молодец. По плечу его хлопаю, говорю: молодец, хорошо попал. Только я сказал эту фразу, лось встает на ноги, подымается. И я в этот момент вижу, что что-то произойдет сейчас страшное. Дергаю мотор, завожу заднюю скорость, отъезжаю. И в этот момент лось со всего размаху прыгает к нам на лодку. Ну, то ли он специально нас увидел, прыгнул, то ли он просто по инерции, как бы, потому что он стоял на самом берегу. Я успеваю давануть газу, и он прямо прыгает и падает с Яра перед носом лодки. Мне, ну, чуть-чуть он ее, может, там тиранул, задел, но не в саму лодку, нам повезло. Товарищ, я-то ладно сзади сидел, товарищ сидел спереди, он вообще очень сильно испугался. Я ему кричу: бей, а фонарик этот как назло не горит. Потом я его трясу, этот фонарь снова. Опять он вроде немножко схватит, раз загорелся. Он раз опять вспыхнул, товарищ перезаряжается в этот момент, у него двухстволка была. Лось в воде разворачивается, поплыл и начинает влазить на берег. Ему опять кричу: бей, говорю, вот сейчас уйдет. Слышу, бах-бах. Ну, как позже выяснилось, он с испугу, он даже в его сторону ружье не повернул. Он просто от страха вот стрельнул в небо, вот так вот дуплет сделал и все. Ну, лось, естественно, убежал, фонарик у меня опять потух. До дома мы еле-еле доехали, ну, то есть до палатки, где у нас было стойбище, потому что ночью темно, мороз, холодно, фонарик не горит. В общем, горе мы хапнули просто капитально. Я себе дал слово тогда, приеду домой, первым делом куплю себе хороший фонарик. Но тогда, конечно, у меня не было с кем посоветоваться, не было опытных товарищей, кто разбирался бы в этих фонариках. Ну, я там перерыл кучу интернета, начал делать какие-то покупки. В основном это были большие тактические фонари, они на практике не очень удобные, ну, такое себе. Только в руке носить, тяжелые, громоздкие, там по две, по три батарейки, всякие фильтры, это все лишняя трата денег, я считаю. И потом уже посмотрел я как-то ролик, давно-давно вышел у Зубова Александра Федоровича, вот, лощатника, ролик про HP 30, по-моему, R. Такой он простенький ролик заснял, и вот он там хвалил этот фонарик. Я решил его взять, попробовал. Феникс HP 30P, уже не помню, модель старая, уже давно не выпускают. Вот. Ну, в общем, там идет блок, от блока идет провод, и провод прикреплен уже непосредственно к фонарю, который на голове. Вот. Этот фонарик прослужил мне, правда, довольно-таки долго.
Он, в принципе, на практике оказался довольно-таки неплохой. Но единственный его недостаток, ребят, им не очень удобно было пользоваться, потому что провод постоянно надо, вот куртку одеваешь, его надо через одежду перетащить. Ну, в общем, постоянно на шею, на спину вешать. Там можно было от этого блока как бы дозаряжаться, но тоже такое себе, знаете, ошейники. Обычно и в лес едешь, все равно есть станция, либо уж край от пауэрбанка хорошего, либо от прикуривателя в лодке или аккумулятор в буране можно дозарядиться. Вот. И я потом вышла новая модель, такого же фонаря, только вот этот блок можно было вставлять провод, и, то есть заряжать, не батарейки высовывать и в зарядку вставлять, а прямо в блоке их заряжать. Ну, на тот момент это на самом деле очень хороший плюс, хорошее преимущество. Вот, купил я вторую модель такого фонарика, но он оказался неудачный. Тоже был Феникс, но уже, по-моему, назывался HP30 с буквой R, вот, с зарядкой. Ну, что-то он мне оказался, то ли мне попался такой, то ли, не знаю, в общем, он мне постоянно ломался, постоянно с ним какие-то проблемы происходили. И я обращался в магазин к ребятам Lumen House, говорю, ребята, говорю, помогите, говорю, вот он что-то не работает. Они, правда, мне ни разу никогда не отказали, вот, постоянно брали, постоянно бесплатно все ремонтировали, все делали. И в итоге они говорят, да, действительно, что-то там с фонарем проблема, говорит, мы тебе, говорит, замены на равноценные как бы смысла нет. Можем деньги возвратить, но деньги мне тоже, мне фонарик нужен для охоты, естественно. И они мне посоветовали вот взять фонарик ТК-25Р. Вот он у меня, ребята. Нет, это вот не он. Вот такой вот фонарик. Я сперва как-то скептически отнесся к их предложению. Ну, тот вроде бы и подороже, и помощнее. Но я оказался неправ. Это изумительный фонарик. Вот, это уже второй, это я Тимофеевичу подарил. Вот, а первый фонарь я тоже подарил ребятам. Он у меня прослужил 3 или 4 года. В общем, с момента их только выхода он у меня сразу оказался. И как только он у меня появился, я про все остальные фонарики забыл. Был у меня еще, я все свои фонари я брал у ребят в Lumen House. Все фонари. Был у меня еще очень хороший фонарь. HL60R, по-моему, он называется. У него блоков сзади нету, а аккумулятор вставляется прямо сюда. Тоже классная модель, но единственный ее минус — в морозы он замерзал. Литиевая батарейка, когда в мороз минус 40 или что, долго пользуешься, батарейка быстрее разряжалась, потому что обогрева у нее не было. Вот эти фонари, у них блок сзади, и идешь под капюшоном, она греется, и проблем нет, она долго работает на морозе. Но самый тот фонарик светил только рассеянным ближним светом, то есть он вдаль не светил. А вот эти фонарики, они могут светить как дальним светом, вот, так и рассеивающим ближним. Ребят, ну это очень удобно. То есть можно уж край всего с один только такой фонарик. Можно стрельнуть, подойти. Также при разделке зверя, если ночь застала, то есть вот рассеивающий свет включили. Да и в быту, в основном рассеивающим светом пользуешься. Очень удобно. Даже в палатке там повесил этот светильничек. Он у вас будет светить очень долго. Классный фонарик. Это уже второй от Тимофеевича. Тимофеевича, он был мой, я его себе покупал за свои деньги, никто мне их не дарил. Был Тимофеевича, вот ребятами я созвонился, они мне, вышла новая модель, вот они мне подогнали вот такой фонарь. Вот. Это обновленная версия вот этого HP25R, по-моему, называется. Только обновленная, ну, то есть Mark II. Это вот только она недавно вышла. Но он вообще, ребят, классный. Прям вообще классный-классный. У него и блокировка кнопок есть. Также у него и ближний свет есть. И красный свет у него хорошо горит. Вот. Ближний свет. Три режима, по-моему, или четыре. Три. А, ну, четыре режима, только четвертый это этот. Плюс кнопки блокируются. Плюс дальний свет вот есть у него. Тоже четыре, по-моему, или три режима. Четыре режима, да, все правильно. Вот. Очень мощный, кстати, дальний свет. Но самый большой плюс у него, в отличие от предыдущего фонаря. Вот. Я еще маленько, правда, не привык к нему. Он конструктивно практически такой же. Но тут и кнопки поудобнее.
Ну, тоже такой. Ну, у него огромный плюс. Блок также все у него заряжается от пауэрбанка. Ну, то есть сюда вот вставляется провод. Сюда вставляется провод, гнездо защитное, и все это дело заряжается. У него большая усиленная батарея на 5 ампер часов. Вот такая вот большая батарейка. Ее хватает надолго. Он у меня еще, кстати, ни разу не разряжался. Сколько я им там сутками гулял, пользовался. И вообще классная батарейка. Прямо вот, вот на этом фонарике, если долго работаешь, ну, бывало так подводил, он начинает яркость сбрасывать сам. То есть, если сильно пользоваться. А вот этот еще такого ни разу не было. У меня прогулка дома, когда я гуляю с собаками, обычно вечером зимой, она в среднем у меня составляет 2-3 часа прогулка. Ну, я там по 10 километров где-то прохожу. И вот этот фонарик под конец с яркого самого режима начинает скидывать. Вот этот ничего не скидывает. Очень долго горит. Хороший свет, ребят. Кто, у кого деньги позволяют, кто надумает, вот рекомендую вот эту обновленную версию. HP25R, по-моему, называется, V2. Вот. Ну, то есть это второй вариант этого фонаря. Классный фонарик. Этот фонарь также, ребят, заряжается от аккумулятора. От аккумулятора сюда вставляется провод. И от аккумулятора, от розетки, телефонный провод вставляется, USB-шный разъем, и без проблем можете заряжаться. Также вот еще новиночка у них вышла. Новинка у ребят вышла. HM61R, по-моему, называется. Вот. Ну, я сперва, это вот он наподобие 60R. Путаюсь в этих их названиях. Плюс, ребят, он очень легкий фонарик. Легкий фонарик. И у него очень комфортный цвет. То есть он нейтрально белый. Он не искажает цвета, ничего. Я вот сейчас живу уже больше недели в палатке зимой. Я настолько к нему привык. Он настолько классный. Он легенький, комфортный. Его в руку, он вот так вот может высовываться. Вы его можете там прилепить. У него магнит есть. Вы его можете там к печке прилепить, к трубе. То есть на карман где-то одеть. Вот. Вообще классный фонарик. И светит он рассеивающим светом. Дальнего света здесь нету. Но светит очень приятный свет. Когда долго с фонарями, вот собакам особенно в глаза светишь, они бывают аж слезятся, когда свет не очень комфортный. А это прям изумительный цвет. Если что, ребят, рекомендую такой фонарик. Вот. Плюс там в машине где-то поковыряться, в лодке, прилепили его и работаете. Налобный, пожалуйста, вон ставили его. Хоть на любую сторону его. И все. Резиночка вот защелкивается. И все нормально. Вот он превратился в налобный. Можно повернуть его. Вот такие дела. И у него, ребят, зарядка уже магнитная. То есть у него вот есть такое место. Просто USB вставляете там также в пауэрбанк, в прикуриватель, в любую вот доступную точку. И просто магнитик сюда прикрепляется, и он заряжается. Классный фонарик. У них это ограниченная серия, как они мне пояснили. Вот. Ну, фонарик очень замечательный. HM61R модель. Вот. У меня этот фонарик уже где-то приблизительно месяца 3. Вот, и вот этот фонарь новый V2 25, и вот этот. Вообще суперовые фонарики, классные. Раньше я таких даже мечтать не мог. Ни разу меня Феникс, ребята, не подводил, ни разу. Бывало только вот, которые первые были фонари, вот которые с этим банком, вот они почему-то были неудачные. Какой-то косяк у них был. А вот эти фонарики 25R меня ни разу не подводили. Кроме этого, у меня еще есть два фонарика Феникс. Я их тоже уже больше 5 лет назад, наверное, у этих ребят покупал. Это PD40R, по-моему. Я уж тоже не помню, как он даже называется. Вот. Он таким широким светом светит, довольно синим. Уже батарейка села, он уже неделю у меня здесь вот в палатке, как свечка работает. Как ночник, как свечка. То есть это основной фонарь. На него еще такая колба идет, но я ее в этот раз что-то думал взял, а я ее забыл. Рассеивающий, и вообще получается как лампа, тоже суперовая такая штука. Уже столько лет я с ним везде его беру. У него большая батарейка, ее очень надолго хватает.
Сейчас я вам покажу батарейку. Вот видите, какая она большая. Вот. Хотя она вот 4800 ампер часа написано. Ну классно, она очень долго ее хватает. И вот как свечка я этот рассеиватель одену. И он удобно его поставил. Он стоит и в палатке, в избушке светло. И вторая модель, которую я постоянно с собой таскаю. Не знаю, сейчас может быть и новая вышла. Это ТК, тактический фонарь ТК-22Р называется. Этот фонарик очень удобен, то есть его в кармане где-то носите, когда именно охотитесь, когда у вас планируется там добор подранка ночью, либо сумеречная стрельба. Собаки, кстати, вот лосей очень хорошо ночью стрелять. Подходишь, прям лоси не боятся этого света, я сколько раз добывал, вообще без проблем. И кто бы там что ни говорил, я просто вот включаю фонарь, он пучком таким густым бьет, очень далеко бьет точно. И просто вот достаточно, я никогда не пользуюсь креплениями, вот этот фонарь просто вот так вот под цевьё вот сюда ложу, вот, в руку беру, прицеливаюсь и стреляю. То есть у вас и мушка не засвечена, когда свет идет снизу фонаря. И мушку хорошо видно, и цель хорошо видно. Это очень большой плюс. Ой, и очень много я с этим фонарем добыл. Также он заряжается через, есть у него этот порт USB-шный. Также от пауэрбанка, там, от прикуривателя вы можете зарядить. Замечательные фонарики, всем рекомендую, у кого есть желание. Вот эти уже, наверное, более новые версии вышли. Вот. Ну, вот этот, конечно, V2 ТК-25R, блин, мне вообще прям зашел изумительно. Я уже вот тоже им 3 месяца где-то пользуюсь. Вот каждый день там собаками гуляю. Батарея мощная, ребят, ее хватает реально на очень долго. Прям надолго-надолго. У него, по сути, эта батарейка такая же, как вот на этом фонарике. Даже чуть-чуть больше. Здесь 4800, а здесь 5000 ампер-часов. Классно. И свет дальний хороший. Правда, синий, но он дальний, яркий. Он такой же свет, как на, 20, на тактическом фонаре. И у него ближний свет тоже такой нейтральный, как бы глаза он не садит, удобно пользоваться. Вот. В отличие вот от этих вот китайских, есть дешевые фонарики, которые с линзой, там свет такой синий, от него потом у самого начинают глаза болеть, он не очень комфортный. Когда там недолго светишь, он в принципе нормально, но когда долго им пользуешься, они просто глаза, не знаю, у меня это... Глаза слезиться начинают. Свет неестественный какой. В общем, такие дела. Ссылку, ребят, я вам оставлю на этот магазин у себя в описании к видео. Посмотрите. Вот. Там будет кодовое слово. Будете, если покупать по моей ссылке, вам будет хорошая скидочка. Поэтому всем рекомендую. Классный магазин. Я уже больше 10 лет с ними как бы покупаю у них фонарики, потому что фонарики вещь такая, там сегодня потерял, завтра где-то там подарил товарищу или еще что-то. Кто много охотится, без фонаря просто выезд. Я в лес не поеду, если у меня нет фонарика. Что мне там делать? Только чуть стемнело, 3 часа дня вот у нас зимой, и все, остальное всю ночь. В палатке, возле костра, везде фонарь, он постоянно на голове висит, постоянно. Вот, поэтому, ребята, магазин этот рекомендую, у них нормальные, адекватные цены и очень хорошее у них качество, то есть они никогда не отшивают ничего, то есть позвонил, проблема есть, они всегда примут, заменят, либо там вернут, возврат сделают. В общем, я за них как бы гарантирую, потому что больше 10 лет я уже у них эти фонарики покупаю. Вот, ну и плюс скидочка от меня будет, так что такие дела. Не жалейте, ребят, фонарь — это вещь нужная. Вот эти все дешевые китайские фонари, они ненадежные. Сколько их, ребята, вон ездили со мной, повыкидывали, поломались. Купите, говорю, один раз хорошую вещь и пользуйтесь ей на здоровье. В общем, ребят, всем добра, всем благ. Берегите собачек, берегите себя, занимайтесь охотой. Удачи вам на охотничьей тропе. Ах, Самара, городок. А я буду домой собираться. Ехать мне 300 с лишним километров на снегоходе. Круто, да?